Всем привет, с вами FIFA Прогноз, в студии я, Амир Сабиров и Глеб Нигмати. Глеб, привет. Привет, Амир. Как вы видите, у нас сегодня неполный состав. С нами сегодня нет Евгения, ну, он нас поддерживает, вот, да, как можете заметить. Фотография его есть. Мы постараемся компенсировать его отсутствие качественной, надеюсь, да? Да. Хорошей игрой. Сегодня у нас 1/4 Лиги Чемпионов. Мадридский Реал принимает Ливерпуль. Насколько я помню, в 2018 году был похожий матч. Реал, да, с Ливерпулем. Тогда был счет 4-1, насколько это я был финал, кстати, да, 4-1 выиграл Ливерпуль. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Давай обратимся к нашим... Да, давай посмотрим коэффициенты. Любимым коэффициентам. 1x-ставка. Что у нас предлагает 1x-ставка? 2.57 за мадридский Реал, 2.74 за Ливерпуль. Угу. Ну, Реал фаворит. Пари матч. Смотри, все ровно. 2.65. 2.65, ну, 2.65. Тут равны, то есть, получается. Абсолютно равны. Ну и Винлайн. 2.60 за наш мадридский Реал. И 2.63. 2.63 за Ливерпуль. Ну, тоже примерно все одинаково. Ну, давай посмотрим, что будет в игре. Да. Как думаешь, кто победит? Я за Ливерпуль буду. Ты за Реал. Ну, вообще, в целом. Будем играть на победу. Угу. Давай попробуем. You'll never walk alone. Поехали. Ну что, поехали? Поехали. Так, у меня сегодня Бензема. Мой любимый Тики-Така. Тики-Така. Моя любимая Тики-Така. Как говорил Жень, да какой это Тики-Така? Это, да, это РПЛ. Поехали. Ну вот сейчас может. Не, не будет, не будет, не будет, не будет. А, хорошо. Кто у тебя? Варан сыграл? Угу. Сыграл? Так, сейчас вот, сейчас. И? Будет. Нет, нет, Мане? Нет, не будет, не будет, не будет. Ай, хороший выбил момент, а? Куртуа, второй сейф уже. Так, Мэнди. Так, пас. Фабиньо. Мане. Mm-hmm. Убийственная тройка, нет, да? Сейчас... Салах, Мане. Убийственная вообще. И Фирмино. Затащит, нет? И! А, штанга. Какой момент, а? Как говорил бы Озеров. Слушай, ну вот уже... Хоккей. Такой... Штанга? Такой хоккей нам не нужен. А, ты про другой момент. Да, ладно. Да, 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 да. Блестящий удар. Блестящий. Так, Салах. Вариант. Вот он. Салаха, кстати, помнишь, сломали в том финале? Да, по-моему, насколько я помню. Этот... Серхио Рамос, да. Ну, сегодня нет у тебя его, да? Да, он и, видимо, это карма. Это, кстати, карма, да. Карма, да. Вот он пропускает сегодняшнюю игру. Ну, есть еще второй матч. Может, восстановится? Кто его знает? Ну, не знаю. Посмотрим. Я слышал... И вот хороший момент, было. Тиаго! Тиаго Алькантра? А, нет! Нет, нет, нет. Это у меня 5-й номер. Как думаешь, есть шанс отбиться у меня? Ну, не знаю. Все зависит от тебя. Виналдум. Хорошо. 1-0. Бензема. Проходит. И... Проходит, проходит, проходит. Сейчас штрафную или... Ну... И бей! Да, зараза, навесил. Слишком пережал. Слушай, Бензема... Включил режим Кокорина или что это? Да, скорее это режим Кокорина или Смолова. Или Смолова, да. Ладно, давай. Ну это, конечно, не матч с Россией, со Словакией, но... Не в обиду Кокорину. Хорошие ребята. Вообще великолепно. А как Головин дает передачи Дзюбе, ты просто бы видел? И! Нет. Дальний. Могло пройти. Могло. В девяточку? В девяточку, да. Ну там до девяточки не долетело, по-моему. Так. Забиваем второй и уйдем в автобус. Нет, не будет никакого второго. Посмотрим матч. Так, и через себя не хотел сегодня, пробить. Не сегодня, Амир. Салах думал, через себя пробьет, ладно. Волнуйся, бедняга. Слухи были, что Бензема, кстати, проводит свой последний сезон. Из-за в чего? Испании. Из-за чего? Слушай, ну кто его знает? Вот, ну, и перерыв. Давай посмотрим статистику. Статистику. Так, голы. Ну, понятно. Ты... Голы, понятно. Так, 6 ударов у Ливерпуля, 3 у Реала. Между прочим, кстати, владение мячом практически... Я не отстаю от тебя? Ну, 42, отстаешь ты немного. Ну, чуть-чуть, буквально. Так, точность ударов 33-33 у нас. Нарушений пока нет, ровная игра. Все по-честному. Вышел. Продолжим? Продолжим, давай. Поехали. Так, разыгрывает теперь мяч я начинаю. Ливерпуль.
Ну что ж. Да, красные начинают и выигрывают. И не думаю. Думаю, беляки сегодня. Ну, у тебя есть время. У тебя еще второй матч есть. Да? Не волнуйся. У меня есть шанс. Вейналдум. Автор. Так, и... Ну, это Робертсон. Это гол. Офсайд. Да. Разве был офсайд? Вышел офсайд, да. Слушай, не заметил я этого. Ладно, поехали. Не прокатило. Бей-беги. Так, как идем говорится. В автобус. Хоккейная тактика, бей-беги. Так, опять офсайд? Или нарушение? Да. Нарушение, скорее нарушение, всего, да. Нарушение, да. Фермина сыграл здесь. Даже нет, офсайд, все правильно, офсайд. Ну что, да. Разыгрываем мяч. Роберто Фермина. Кстати, так, пас. Рамос-то у тебя есть, но в реальном матче играть он не будет. В реальном матче его не будет, да, потому что да, он травмирован. Получил он травму, да, мы это уже говорили. Так, так и... Что слушай, ну судья не дает тебе сравнять счет. Пас Кокорину. Хотел дать Кокорин. Пас в разрез. Кокорин. Пас Кокорину. Так и... Да как, я же отнял. Ну-ка. Нет. Ай, хорошо было бы. Ну, Амир, тебе сегодня не дают выиграть. Точнее, сыграть со счетом 3-0, да даже 2-0. Тьяго побежал. Ну-ка. И хороший. Не сегодня. Так, выбивай, выбивай, выбивай. Как много моментов у Ливерпуля? Ну, понятно. Сегодня нет Женьки. Он бы поменьше бы таких моментов сделал. У него штаж побольше. Так, ну что, выбиваем? Ошибись. Так. В атаку хорошую пройти можно и... Нет, нет, передач... нет, нет, нет. Опять офсайд. Слушай, давай заменки сделаем, у меня уже игроки... Устали? Не бегают. А кого поменял? Я поменял Рамоса, потому что его же нет в игре. Да, пускай отдохнет, поэтому, да? Пускай он отдохнет, у него и так травма. Да. Я поменял всю тройку нападения. Угу. Да, может... Так, ну что, поехали. У новеньких получится что-нибудь сделать. Вышел Ориги, герой. У меня вышел Валерда. С Барселоной. Так. Так, сейчас. Интересно. Хорошая что будет? Разыгровочка. И? Момент какой? А, навесил опять. Слушай, у тебя, да, что-то тебя не прет сегодня. Асенсио, нет, момент какой хороший. Нет чувства, понимаешь, нет чувства сегодня у меня. Чувство. Чувство. Точного, точного удара. Нет, все, пропало. Так, и? Так, ну, Женя, Женя на фотографии должен мне помочь своей аурой. Да, может, позвоним ему, кстати? По скайпу? По ватсапу? Можно, можно, кстати, в следующий раз, если он не придет. Легенда, матча. Офсайд? Да, офсайд. Слушай, не прет мне сегодня с офсайдами. Тебе вообще сегодня не прет, хотя это... Я бы про себя должен был бы сказать. Давай. Куртуа решил сделать короткий пас. Так. Игра в центре поля. Бина. Поехал. Почему не отнимаешь? И! Возня какая. Так, сейчас. Куча мала. Тьяго. Так, пас. Венисиус. Пас на Тьяго. Нет, не получилось. Ну, Ван Дайк. Так, катаем, катаем. Распаются уже игроки. Ну, выбивай. Ну, чуть-чуть я побыл выбивай. В твоей зоне, ничего страшного. Минута. И все? Да. Все будет? Давай, где свисток? Все. Все, свисток. Ну Ливерпуль. Что, поздравляю. Ну что, давай посмотрим статистику. Ну что, посмотрим статистику? Так, да. У меня... А, владение мячом 56 на 44. У меня чуть побольше стало, у тебя чуть поменьше, но да. Все-таки ты меня да. Намного обгоняешь. Удары 8, смотри. Удары 8. Но! Ударов створ 2. Угу. Это, у меня, конечно... кстати, всего один офсайд. Видимо, я всего один раз проходил к воротам. По ударам створ, конечно, ужасная статистика. Да. Точность удара 25. Ну, понятно, мои навесы и твои штанги. Полный ужас. Да. Два угловых, 4 офсайда. И 0 нарушений. Хорошо, идем. Дальше. Ну что, Амир, поздравляю тебя с победой. Как думаешь, возможен такой исход матча? Слушай, ну я думаю, да. У Реала не будет основного защитника, капитана, Серхио Рамоса. Поэтому у Ливерпуля есть все шансы. Угу. Ну и у Реала, мне кажется, есть шансы. Да и в Реал. Достаточно сильные команды. Бензема, это у тебя сегодня Бензема там
по воробьям стрелял. Ну, это исполнял я. Исполнял Кокорина. Да. Да. Но будем смотреть. Во вторник будет очень интересный матч. Лига чемпионов. 1/4 финала. Спасибо тебе. Увидимся. Увидимся в следующий раз.